такая цена профиль бывшего. Девочка, блин, такого парня упустила. Женщина, не сдох еще, пес. Когда алкоголь не продают после 11, а тебе 10. Смекалочка. Когда я была маленькая, я хотела быть похожей на Бритни Спирс. И вот, наконец-то, моя мечта осуществилась. Я вижу, что он копошится в кармане и жду, когда он достанет оттуда подарок или сделает предложение. Он просто почесавший бубенчики через штаны. Боже, внуче, ты такая худенькая, одни ребра. Да. Я решил наконец найти работу. Мое резюме. Коронавирус, безработица, кризис. Коротко о том, как проходят мои дела, когда я за них берусь. Фильм основан на реальных событиях. Также фильм. А потом он схватил меня за шею. Когда он пытается с тобой помириться, ты все еще без настроения. Отпусти меня! Отпусти, я злюсь! Я не из тех людей, кого мотивирует конкуренция. Я из тех, которые думают, вот у тебя получается лучше, чем у меня. Ебать, ты молодец. Ну и пошел ты нахуй. Я тогда это говно вообще делать не буду. Никто. Продавец на Алиэкспрессе, у которого ты только что потратил 30 рублей. Thank you. Thank you. I love you. Dear friend, I love you so much. I wish luck and happiness to you and your family. Thank you so much. I'm sorry if anything is wrong. Forgive me. Thank you, Kindly. Ведь лошади тоже люди. Люди, я уголь привез. Охуеть, бля, он привез. Когда понимаешь, что это твои последние деньги, на которые надо прожить еще полмесяца, но ты все равно идешь делать на них мани. Скажи мне, сука, вот почему ты такая? Аурики, аурики, аурики. Гуляют девки, гуляют чипсики. Районы, кварталы, жилые массивы. Я мандарин, мандарин, лосин. Кто-то, где ты планируешь провести летний отпуск? Я. Экономно. Когда давно не пил, и давний друг, с которым ты собираешься выпить, зовет тебя на грандиозную тусовку. Мы так нажрёмся, ты не представляешь. Когда подруга жалуется тебе, что ее парень, который тебя всегда бесил, оказался уродом. Я же говорила. Когда у тебя есть скриншоты, которые могут разрушить жизнь и дружбу, и отношения этих людей, они начинают испытывать твое терпение. Не советую. Когда уже легло спать, начинают приходить оповещения. Хуй надо! Клубничка, существует пипук. Детектор жрачки активирован. Я пипук по жизни. Я на собеседовании говорю, что умею работать в стрессовых ситуациях. Я в стрессовых ситуациях.